попадаем в дом батюшку. Вот это и есть прощенный колодец. Кувшиночки. Я ошибся. Вот то был более верхний исток дома, а это уже продолжение. Родничок пьет. Вот это и есть прощенный колодец. Вот она купальня. Ваня. Не написано какая. Ну вот она есть. Угу. А здесь вход вот отсюда. А здесь заделали. Нет, раньше она была одна. Вот сейчас окунемся. Установим камеру. Камеру так, чтобы она не завалилась никуда. И завернем. Пить вода. Вон он, обновлен. Чистенько купальня. Хорошо, вода прохладная, поэтому придется и чисто, что-нибудь в окно. Оп. А, хорошо. Холодная такая, что начинает облезать. И главное, не переворчи. Как говорится, вот чудненько, отличненько окунулся. И очень хорошо. Вот эта водичка течет. Дом батюшка течет. Спасибо вам. Здоровья. Спасибо вам, здоровья. Сюда приедешь, и неохота уезжать. И едешь долго же. Мы сами с Тульской области, с Новомосковска. А я с Ростовской области, с Каменска еду. Меня пригласили, завтра будут в Москве какие-то мероприятия там проводить московское правительство, ну городское, по здоровому образу жизни. Приезжай. Ну я думаю, поеду сюда, заеду еще. Хорошо, да, хорошо.
прекрасно. Здесь и зимой, народу полно. Летом хорошо, очень хорошо. Тихо. Здесь, кстати, вот там домик можно снимать. Турбаза. Да. На ночь оставаться. Угу. Попьем водички холодненькой. Кажется, в Задонске вкуснее было. А вот и я, как говорится. Небось, не ждали. А я тут как тут. Запах в лесу, как в бане такой. Настойный, на листьях. Так бы и ел его. Ну, вперед. Поехали.
Вот такой он прощенный колодец. Едем дальше. Заезжаем туда, где стоит.